Встреча администрации Истринского района с жителями сельского поселения Лучинское началась с прогулки и осмотра проблем на местности. Андрей Дунаев, глава Лучинского поселения Луиза Алябушева и руководитель администрации Вадим Булавкин прошлись по улицам поселка Первомайский. Проблема парковки автомобилей, оказалось, касается не только крупных городов. Куда поставить легковую машину и как избавиться от большегрузного транспорта, заблудившегося в поселке, эти вопросы очень волнуют местное население. Над возникшей из-за закрытия полигона ТБО проблемой установки мусорных контейнеров уже разбираются в рабочем порядке. А решение повышения качества воды в домах поставлено на контроль. Самый больной вопрос у жителей Первомайского – это переезд, из-за ремонта которого в этом году автомобилисты не могли попасть или выехать из поселка. Луиза Алябушева подтвердила, что уже в феврале следующего года начнут строить мост, который избавит жителей от этой многолетней проблемы. И, как сказал Андрей Дунаев, деньги на этот проект уже выделены. Лично проинспектировав несколько подъездов и дворов, Андрей Дунаев направился на Новый Иерусалимский кирпичный завод, где осмотрел производство и познакомился с коллективом завода, состоящим в основном из жителей Лучинского сельского поселения. В ДК продолжилась встреча с жителями. Прозвучали разные вопросы по ЖКХ, налогам. Андрей Дунаев попросил жителей не копить проблемы в себе и более активно пользоваться доступной для всех его личной электронной почтой. dunaev@istra-admin.ru. Ну, в какой-то мере, конечно, собрания помогают, и какие-то работы выполняются, а какие и не выполняются. Вот. Ну, в принципе, собрание, конечно, прошло отлично. Наталья Акуленок, Максим Барышев, Истранет ТВ.